В целом я доволен играми. Понятно, что результатом я недоволен. Mas aqueles erros que nós cometemos. Немножко отличается от того, который есть сегодня на самом деле в Евролиге. Учитывая те проблемы, которые у нас есть в команде, я считаю, точнее в клубе, я считаю, что мы выступили достаточно хорошо, хотя бы потому, что против нас противостояли такие команды, как Спортинг и Бенфика, достаточно высококвалифицированные и высокого уровня клубы. Что касается сегодняшней игры, то понятно, что я доволен результатом, в принципе, как играли. В большинстве своем были недочеты, но опять же таки, как и с играми Спортинга и Бенфикой, сегодня мы тоже допустили детские ошибки, которые могли привести к плачевным результатам. Я также рад, что когда мы пропустили гол, наша команда встрепенулась, проявила характер, мы смогли отыграться и довести игру до победы. Что касается организации турнира, то, конечно, на сегодняшний день это, наверное, для меня лично лучшее, что я видел, наверное, за последние 20 лет. Потрясающий зал, потрясающие болельщики, потрясающая поддержка. На мой взгляд, понятно, что Спортинг при таких, говорю, высококвалифицированных футболистах просто не имеет права дома проигрывать.